замечательно. Ну, гражданин полицейский, я так понял, с виной не согласен, правильно понимаю? Да, ГАИ оформил. Почему не согласен? Я же тут не согласен. Не, ну что значит, можно? Так согласен или не согласен? Тут либо одно, либо другое. Что своих командиров, что они скажут? От меня... Не, ну вы же водитель. От меня немного зависит. Не, вы водитель, правильно? Что мне скажут, так и поступят. Не, я понял. Вы водитель транспортного средства. А вы нарушали правила движения при маневре данном? Не нарушал. Не нарушал. Две полосы, правильно? Почему две? А сколько, если нет? Ну, я вижу здесь три полосы. Если нет, разве? Да не важно. Я скажу так, чтобы не было никаких качель. Я не менял траекторию движения, лучше с этого начать. Нет, не менял. Не менял, двигался. Вы меняли траекторию движения? Я уже ее поменял. Нет, вы меняли траекторию движения? Я уже ее поменял. Нет, ну вы поменяли когда? Ваша задача я при уже... Вы совершили маневр перестроения? Ладно, так спрошу. Я уже перестроился, я уже стоял. Нет. На светофор. Нет. Приветствую, приветствую. Вы совершили маневр перестроения? Я уже перестроился, стоял, ждал стрелку. А, так даже, да? Да. А нехорошо обманывать? Да никто не обманывает. Хорошо. Ладно, мы тогда по-другому будем действовать. Работало, все нормально, не волнуйся. А что тебе переживать? Ты говоришь, ты стоял, я в тебя ударил, да? Я уже катился, уже по своей полосе. Ну, ты стоял, ты говоришь, да? Я уже катился. Ну вот моя полоса, правильно, средний ряд? Правильно? Ты вообще правила знаешь? Смешно. Ты правила знаешь? Смешно. Я задаю вопрос, правила знаешь? Правила знаешь? Ты правила знаешь? Знаешь пункт? Объясняю, пункт 8.4, правила дорожного движения. Почитай внимательно, а потом вопросы задавай, понял? Вы напомнили, берите тоже паспорт. Подожди, я ему он просто хочет что-то здесь раскачать, у него ничего не получится. Чтоб понимал. Ничего не надо, все понятно. Кому что понятно? Все понятно, что не раскачивает. Ты участник дорожно-транспортного происшествия? Ну тогда зачем мы с тобой общаться будем? Я почему вы так говорите, то что стоите? Да сейчас гаишник, я ему сказал, гаишник. Сейчас гаишник приедут, все оформят. Да, я объясню. Все. Есть пункт 8.4. Загляни я туда и посмотри. То, вы знаете, вот и правило. Все. Вот конечно, все. Я знаю. Я бы не спорил. Надо, я скажу, как надо, не волнуйся. Гаишника вызвали? Да, я вызвал. А? Сейчас я позвоню. Позвони Паше. Что мы здесь видим? Мы видим здесь тонированные стекла передние, а за рулем сотрудник полиции. Что-что? А это для чего? Это для чего? Ну, это репортаж снимается. А для чего? Для того, чтобы правонарушение. Правонарушение. Сотрудник полиции за рулем управлял транспортным средством. А у него светопропускаемость стекол однозначно не проходит. Правильно по ГОСТу. Передние стекла. Цифра, которая на переднем номере, цифра 4, заклеена специальной лентой, которая при вспышке дает такой эффект, не видно эту цифру 4. На заднем номере все в порядке. Вот как бы для этого правонарушение, тем более сотрудник полиции. Не соглашался. А знаешь, что нам сказать? Ты сейчас пишешь, да? Да, да. Оказывается, данный сотрудник уже не сотрудник. Он, получается, уволен. Может быть, сказали так, как с намерением того, что его уволят, либо он действительно уволен. Но у меня тогда другой вопрос. Если он уволен, почему он тогда в форме сотрудника полиции? Вот это мне непонятно. Значит, находимся мы на пересечении улицы Урицкого и улицы Ленина. Время сейчас 21.33, 22 декабря. Кстати, у меня вчера был день рождения. Спасибо всем тем, кто меня поздравил. Огромное. Звонок совершал ГИБДД, вызывал непосредственно сотрудников ДПС. В 20.30, даже в 20.29, то есть прошел час. На скорость посмотрим, у нас за сколько они приедут.
В общем, сотрудники полиции приехали. Кстати, хочу сказать, сколько сейчас время? Время 22:29, то есть пол 11. Чуть меньше даже 2 часов. Сотрудники ДПС достаточно быстро приехали по меркам Воронежа. Да и, я думаю, наверное, и в других городах такие же мерки. А сотрудники полиции приехали, конечно же, они говорят, что виновен автомобиль Mazda 3. Mazda 3 нарушила пункт правил 8.4. Я ехал в попутном направлении, а он осуществлял маневр перестроения. Соответственно, он должен был убедиться в безопасности этого маневра и уступить транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении, чего он и не сделал. Соответственно, он виновен в ДТП. Я, конечно, не судья, там и не должностное лицо, но все вы увидите на видеорегистраторе. То есть запись я обязательно предоставлю. Ну, в общем... И вы уже, наверное, скорее всего, посмотрели. Не, они бы его привлекли бы к ответственности за это лишение предусмотренное. Про управление. Здесь видишь, что получается. Препятствует идентификацию. Но если он сможет отодрать эту циферку, тогда его не привлекут. Если он оторвет... Я понял. Точнее, если его, он оторвет, то его не привлекут. Сейчас так по тонировке его оформить не смогут, потому что... Погодные условия, да. Погодные условия, все верно. А вот подсказали, мы сотрудники полиции, я думаю. Хочу сказать одно. Все это закончилось, мое ДТП, 22 декабря, после моего дня рождения, мне вот такой подарок. Я не расстраиваюсь, это все пустяк, это все железка. Самое главное, виновник признал свою вину, сотрудники ДПС оформили ДТП, красавцы, все очень тактично, вежливо, понятые, схемка, ну все, все как надо, молодцы. Вот, вот таких бы сотрудников... Я лично просто знаю данных сотрудников, так как уже сталкивались по деятельности по нашей. Мы выявляли пьяных водителей, и когда-то они останавливали такого нетрезвенника. Значит, хочу сказать, значит, за что данный водитель вот этого транспортного средства в форме сотрудника полиции был привлечен. Он был привлечен только за знак аварийной остановки, который он не выставил в соответствии с правилами дорожного движения. Значит, за госномер, который цифра 4 его было закрыто, он не понес наказание в связи с тем, что он устранил его на месте до составления материала, до того, как мы обратились со временем полиции. Не знаю, к счастью ли вы, к сожалению, но самое главное, он устранил. Я думаю, в будущем он этого делать не будет. По тонировке, ну, сами видите, какая погода, идет дождь. К сожалению, либо к счастью, ну, наверное, к счастью для него, к сожалению, для всех нас, привлечь его нельзя в связи с погодными условиями. На этом мы заканчиваем наш репортаж. Спасибо за внимание. До новых встреч. С наступающим Новым годом. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Лайки – это не просто там вот слово такое. Мне, кстати, не нравится слово лайки. Лайк – это тем самым вы выражаете поддержку. А дизлайк – вы выражаете не поддержку нашего движения. Нам в любом случае будет приятен как и дизлайк, так и лайк. Не нравится мне это, зараза, слово. В общем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Раскроем лица под масками, шапками и касками. Опишем все подробности правды красками. Мы рядом и не расслабляй свою пятую точку. Возможно, это мы сегодня спасли твою дочку. От пьяного водила с кошельком безмерным, с тонированным стеклом и перегаром непомерным. Не с той стороне, у нас есть номер горячей линии. Дорожный контроль на страже города.